Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть с Карим Драгонборн. Мы находимся в Рейвенроке. В предыдущей серии мы нашли нового работника. Ну, проще сказать, раба. Ой, тихо, что ты меня пугаешь, прям выскочил. Короче говоря, нашли нового работника, управляющего для Нелота, нашего взбалмошного мага. На удивление, просто оказалось это сделать. После этого я заметил, что вот в этой таверне, которая находится тут, Блюющий Неч, прекрасное название, на мой взгляд, там прям звуки этой черной книги привлекают внимание. То есть, как там этот рокот идет или что, это непонятно, но все излазил там, так и не нашел ничего. Ой, да ладно. Ты уже забыл, наверное, как я тебе помогал недавно. Так, ну отсюда я не думаю, что мы попадем туда, куда мне нужно. А нужно мне... так, чуть пониже. Потому что, напомню, в стошнившем Нетче там в правом, в восточном крыле подземного сооружения были странные звуки. Но там я ничего не нашел, поэтому, возможно, соседним зданием примерно с той же стороны мы сможем что-то обнаружить. Но здесь, в принципе, я ничего не слышу. Здесь вообще спокойно все. Ой, сегодня все крупным планом вот так вот поворачиваешься и стоят, пугают меня. Странно. Так, здесь мы всех успокоили, и поэтому, по идее, можно ходить спокойно. Но... черт его знает. Поэтому давайте поаккуратнее, чем лучше. Пепельные отродья, они такие. На каке лежит, похоже, до сих пор. Сколько времени прошло? Куда-то вот сюда. У нас есть этот ключ. Ладно. Хотя, возможно, у нас по заданию был, когда мы тут чистили все. Пока что ничего, кроме гор пепла, я тут не вижу. И звуков каких-то подозрительных тоже нет. Блин! Так это получается, все-таки там нужно что-то делать. Ну, я не знаю, что там делать. Я изнюхал уже всю эту таверну. Ой, я не буду этот эксперт ломать. Ну нафиг, я лучше вернусь по-быстрому так. Короче говоря, сейчас мы отправимся к Нелоту. Отдадим ему, вернее, похвастаемся, что... привели ему слугу, потребуем с него денежку, а то больно он распоясался. А потом тут у нас какой-то товарищ просит помощи в раскопках склепа. Ну, то есть от нас, скорее всего, будет требоваться по стандарту почистить, чтобы он потом ходил там в нас ковырялся. Не знаю, посмотрим. Так, у нас по-прежнему на улице день, поэтому наша вампирская сущность сейчас будет давать слабину. Можно было подождать до ночи. Ах, пакость! Но, я думаю, мы просто направимся вот так вот, быстрым перемещением к Тель-Метрино. Вообще, дофига еще, я так подумал, на Сластеме мест, куда можно пойти, и дел, которые можно переделать. Так что на наш век хватит. Но я не думаю, что мы тут еще надолго задержимся, то есть еще, ну, может быть, недельку, может, полторы. Потому что я дико соскучился по Обливиону. Обливион при всех своих недостатках в плане квестов, на мой взгляд, получше. Конечно, нет такого мира, таких декораций. Там тупо монотонно, кругом лес. Но квесты, вы помните эти квесты с Темным Братством? Это же пипец был какой-то. Они просто убили Люсьена, повесили его за ребро, при том, что он был даже не виноват. Так, пардон. Автонавигатор сбился. Красиво. Конечно, тут вот ночью будешь идти, ноги все поломаешь. Да ладно. Блин, вот в этом месте вот именно ощущается Моррувинд. Прям такое возвращение в ту эпоху. Помните вообще тот момент, когда в первый раз запустили Моррувинд, и там плывешь на этом корабле? Так, ну ладно, прервем воспоминания. Back so soon. У меня есть для тебя новый управитель. That Drovus man? I suppose he'll do.
He makes dreadful Canis root tea, you know. But I should be grateful. Here, take this for your efforts. Oh, and you may use my staff enchanter if you want. 500 золота. Ну ты жадоба. Ключ от зачарователя посохов. Он меня просто пустил к своей книге. Круто, я думал придется воровать. Оказалось, все гораздо проще. Ну? Теперь ты моя прелесть. Меня до сих пор волнует, неужели эти книги нельзя прочесть, но я хочу их почитать. А каждую книгу, когда я открываю, меня либо засасывает сюда, либо наоборот, возвращает в ту реальность. Так, изучить тайное знание книги — это определенно круто. Кроме того, я по этому шизоидному миру, который напоминает мне изнанку мира из Soul River, если кто помнит такую игру Legacy of Kain, довольно сильно соскучился. Так, ну здесь надо быть осторожным. Вы только посмотрите на это ненормально. Это еще более ненормально, чем Солангард и внутренности звезды Азуры. Это, по-моему, самая ненормальная ненормальность в этой игре. Прикольно. А там больше ничего нет? Хорошо. Глава 2. Супер. Сколько тут их интересно? Я думаю, штуки 4. Вот что я не люблю в этом мире, так это хранители этих ктулхообразных товарищей. Они просто не то что сложные, они исчезают, они размножаются. Не в прямом смысле, а то есть... копируют друг друга. Их становится по 3-4 одинаковых штуки. Это тупо. Мне эти монстры не сильно нравятся. Но выглядит, конечно, это все как надо. В целом место опасное прям. Какой-то лимб. Так, ну пока что спокойно. Но я думаю, скоро отсюда полезет всякая нечисть. Не зря же нам вот это дают. О, вон один летает, скотина. Так, это закрыто, да? Конечно. И тут тоже. Так, ну, товарищ, пришла пора прощаться с жизнью. Или что там у тебя вместо нее? Ой, у вас двое? Плохо. Или трое даже? Не, двое. Стоит, палит просто, ну. Добрый день. До сих пор работает. Так, нам туда вообще? Ну, я думаю... Куда ты подевался? А, вон ты. Блин, они просто сливаются с местностью. Идеальный камуфляж. Здрасте. До свидания. Астрология. Переписка, том 4. Это каким графоманом надо быть, чтобы на несколько томов напереписываться? Так, хорошо. Я чую ценный ништяк. Ну, возможно. Хотя, я думаю, будет что-то покруче. Судя по всему, все. Давайте тогда пойдем, куда я хотел изначально. В этот раз как-то все как по часам прошло. Блин, ненавижу это место. Ну и люблю одновременно. Странное ощущение.
Ой, что-то неспокойно мне. Сейчас опять начнется эта психоделика. Ну да. Понял, не дурак. Ух ты, опасно. Давай. Ой-ой, слишком рано. Спеснясь. Блин, это, по-моему, самое тупое место в игре. Нет, это все слишком ненормально. Хорошо, отлично. А сюда как? А, вот, и опять посмотри. Ух ты, прикольно. Так, надо будет прыгнуть. Погнали. Ой, хорошо. А что-то колыхнулось в груди. О, тебя-то мне не хватало. Большая, страшная жопа. Сейчас будем его щипать, как обычно. То есть тихо стукнул и ушел. А это что за книга? Первый раз вижу. Ну-ка, ну-ка. Быстренько пролистаю. Просто читал, не читал. Имперский ученый. А, это про буревестника. Ну, буревестник, конечно, козлиный еще тот. Шпион талморский. Ну, который в итоге и талморцев кинул, конечно. Это насколько надо быть гнидой, чтобы сначала свою родину предавать за деньги, а потом еще кинуть и тех людей, которые заплатили тебе деньги и учили тебя, чтобы ты предавал родину. Это вдвойне козел получается. Такой вот он, Ульфрик. Мать дымок. Ой, ненавижу эту тварь. Помните, у меня серия даже называлась «Страх и ненависть по дороге». Не помню куда. Когда я первый раз ее повстречал, говорю, о, это что за дымок такой? И понеслось. Умирал я там примерно минут 40, наверное. Так, ну сюда понятно, мы пойдем, и сейчас откуда-нибудь отсюда вылезут сразу парочка этих... как они называются, я даже не помню уже. Как все-таки давно это было. Казалось бы, 2 недели, а по ощущениям прошло уже что-то порядка года с того момента, как я играл в эту игру. О, это что такое? А, лесенка, понятно. Ладно. О, там я вижу одного из этих. А вон там и второй броет. Прекрасный товарищ. Так, как бы мне не расшибиться. Тихо. Слезаем по книгам. Прелестно. Тихо. Давайте-ка, пожалуй, сохранимся. Что-то мне кажется, что сейчас нас ждет очередная порция страха и ненависти в пути в Лас-Вегас. Ну да. Нормально. Бритва Мирунуса работает как обычно. Как надо, то есть. Отлично. Вообще какой-то мусор дают в основном. Они же пустые все по большей части. Так, теперь ты, с тобой будет веселее. Да, блин. Где ты там? Я слышу его поступь. Он как товарный вагон. По массе и по стилю ходьбы. А вот если я сюда заберусь, когда я с ним буду драться, то он не сможет меня сцапать. Я смогу его щипать
стрелами сколько влезет. Но это неинтересно. Поэтому сейчас мы к нему подберемся, и пока он не поймет, что мы рядом, отрежем ему кусок попы. Здрасте. Ой, что-то как-то не очень прошло. Так, хорошо. Не хотите по-хорошему, будем по-нехорошему. Че, все? Застрял в текстурах? Бедолага. Большие тупые. Ну. Что-то как-то у меня со скрытностью в этот раз не особо получилось, да? Да ты успокойся уже, ну. А какие? В атаку. Попадающий. Убегать сразу побежал. А, блин, что-то как-то... возможно, из-за того, что у меня нет двух кинжалов в руках. Но пока что тоска, печаль просто. Так, надо отдышаться. Хватит плеваться, ёлы-палы. Ну что ж... Не. Помощник. В панике пятки засверкали. Так, я, конечно, хочу его взять, но сейчас эти щупальца полезут. Давай, что у тебя там? Да блин. 316 монеток на дороге не валяются. Септима наше все. Ой, я тебя не для этого вызывал, чтобы ты... Алый блеск на белых... Сейчас начнется опять. Всю свою подноготную расскажет. Так, ну... Тут у нас ничего, видимо, в центр нужно пилить. Но для этого сначала нужно найти какой-то рычажок. Чтобы там все раскрылось. Окей. Спокойно, как и все норм. Ну, я думаю, в местных реалиях ему хватит пары плюх, чтобы башка отлетела. Ой, да господи, ты же меня сейчас просто задолбаешь этими своими речами. Теперь мы с тобой связаны. Конечно. Что за душный товарищ, а? Норм. Нравится. Опять вы. Вы видели? О, какая пакость. У него щупальца, как у осьминога. Висят. Если это щупальца. Может быть, это... Нет. Нет, конечно, нет. Ой, начинаются приходы опять. Ты посмотри. Да, но это как минимум странно. И там нам, похоже, налево и направо нужно будет выбрать, да? Ладно. Так. Бестиарий, ворожей. Кстати, мне всегда было интересно почитать про ворожей. Давайте почитаем. Так, золото. Камень душ заполненный, наконец-таки. Ворожей. Блин, это же... Это такие противные твари. У меня до сих пор в Айтране, в моем домике, лежит голова ворожей. Так, где она? Пятый день месяца восхода солнца. Мне довелось услышать пристранную историю о прекрасной девушке, камнями изгнанной из города за увлечение... А, это мы читали. Блин. Ну,
Давайте для тех, кто не читал, я сейчас просто промотаю. Короче, да, пропадали молодые женщины. Наверное, одни из самых пакостных тварей. Особенно, когда в стелсе подберешься поближе и рассмотришь ее, это... Именно когда она двигается, не когда на полу лежит уже порезанная. Она хрипит, так у нее все так вот согнуто, такая пакость. Отец ужаса действует сквозь меня. Конечно. Так, глава пятая, глава... А, это шестая, это пятая. Ну, в пятую пойдем по порядку, чё уж. Я уже вижу, что тут ничего хорошего. Ну, я просто... Я так думаю, случай. Кто нас... О, тихо. Да, пишущего ты будешь бить довольно долго. Ты живой еще, что ли? Ну ты даешь. Кто-то где-то еще? Я не пойму. Так, окей. Как нам пробраться дальше? Что-то у меня такое ощущение, что где-то здесь невидимый враг. Ну, то есть один из этих ищущих. И куда мы вообще идем? Ну, допустим, пришли мы вот отсюда. Соответственно... Скоро твои враги познают гнев Сидиса. Конечно, познают. Как же не познают-то? Третьим познают. Только двери закрыты. Подскажи лучше, что делать. Блин, ты смотри. А может быть, мне нужно вернуться? Сначала в шестую, а потом в пятую тут что-то откроется. Или может мне взять Акакия и перекинуть его, чтобы он мне нажал вот эту вот штуку. Странно. Ну, ладно. С третьей сразу в пятую. Странно. Так, давай шестую. Это то место, про которое я думаю, интересно? Нет, это вообще какое-то другое место. Здесь опять развилка. Ох, ну эти пейзажи, они просто сводят меня с ума. В плохом смысле. Так, седьмая. Восьмая. Лабиринт, значится. Ну, пойдем в седьмую. Пробуем по порядку идти. Так, опять эта погонь, и вроде как одна, так что не страшно. Он больше мешает, короче. Помощничек. Из тебя нас замечают. Так, ну и чё мы сюда пришли? Здесь у нас есть рычаг, который... открывает где-то мост. Ладно. Мой клинок твой. Конечно, мой. Так, теперь мы идем восьмое, видимо, да? Странно это все. Надо сохраниться, давно не сохранялись. Ой, только у нас тут уже сразу идет битва. Так, что мы тут делаем? А, ну да, мы сохраняемся. Красиво это все выглядит, конечно. А вот, собственно, этот мостик.
Отлично. Знаете, ребята, я думаю, вам понравится другой мой знакомый. Все, идите познакомьтесь. А я, пожалуй, спрячусь. Интересно, хоть одного взломает, нет? А мы пока будем щипаться. Просто растоптали товарища. Вы что, не лезете на мостик? Это вообще тупо. То есть, конечно, мне полезно, но... Господа разработчики, куда же вы смотрели? Они же беззащитны. Даже я такой косой, их сейчас убью. Говоришь, косой? Надо стрелы какие-нибудь позлее поставить. А что поделать? Суют на меня сразу двух багетных монстров. Так, да тут я. Всматривается он. Да ладно, такими взломаем. Все равно их девать некуда. Что ж остановился? Зато стрельбу покачаем, верно? До свидания. Всего хорошего. Урак. Нашпиговали просто. Ну ладно. Это, по-моему, было просто крайне проработанное место. Монстры просто не могли меня атаковать и стояли, наслаждались дождиком из стрел. Блокируйте щитом на 25% больше урона. Круто, только я щитом не пользуюсь. Золото с них поднимаем, конечно, просто со страшной силой. У нас уже 111 тысяч. Скоро перегруз будет. Так, ну и как-то вот так. Я уже не хочу туда идти. Так, нам же нужно сохраниться. Мы же убили. У нас был дико сложный бой с двумя монстрами сразу. Так, ну и собственно финал, похоже, этого места. Кстати, редкая книга, по-моему. Или нет? Существа, люди уровня 6 и ниже. Где же таких найти сейчас? Уровня 6 и ниже. Так, тут что? Свитки. Ох уж эти свитки. Эбонитовая плоть. Интересно. Так, и что в итоге? Сокрытые сумерки. На выбор что-то дадут. Страдание Моры. Призывает поле живых щупалец, отравляющее противников. Одновременно вы можете использовать только одну способность из этой книги. А, понятно. Ну вот это прикольно, кстати говоря. Потом. Проклятие Моры. Оставляет цель застыть между Обливиеном и Тамриэлем на 30 секунд, становясь полностью неуязвимой ко всем типам урона. Но застыть при этом нет. Странно. Дар Моры. Позволяет... Во, вот это мне нравится. Это возьму, пожалуй. Это, конечно, прикольно, но я не думаю, что я больно его применять-то буду. Все, выходим. Было круто.
Интересно, сколько у меня уже там книг собрано, надо будет сейчас посмотреть. И все книги были крутые. Так, ну и, собственно, самая такая долгожданная книга, которую я хотел получить, получена. Это круто. Я по тебе соскучился, Дермидонт. Это у нас зачарователь посохов такой. Прикольно. Интересно, как оно работает. Ладно, неважно. Ненавижу магов. Так, хорошо. Давайте посмотрим наши книги. Блин, вот это все-таки круче, конечно, чтиво. Ну, теперь у нас есть несколько крутых книг. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Всего их 8, насколько я помню. Ну и, в принципе, что, давайте на этом заканчивать. В следующей серии отправимся. Кто-то там просил помочь... С раскопками, что ли? Вот, вот оно. Кстати, да, черную книгу еще на белом хребте надо будет найти. То есть в следующей серии мы пойдем поговорим с Ралисом Псидарисом в кургане Кольбриор. Вроде как это должно быть круто. Но как бы там ни было, увидим это все в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось, потому что, на мой взгляд, было довольно круто. Я соскучился уже по этим планам этого, как его там зовут, апокрифа. И это было довольно весело. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.